Нет, мы сфотографируем, не заберем. А есть и такие случаи, да, что приехали, сфотографировали и забирают. Как нам никто еще не приезжал. Никогда. Один раз Денис привез. Сейчас мы находимся на Петровке одной женщины, пожилой. Слушай, я же не слышу. Тебе не надо ничего говорить. Становитесь, становитесь, здесь не волнуйтесь. А это дочка. Она живет, вот эта пожилая женщина сейчас у дочки. А скажите, что случилось у вас? А где-то я подожди, Мар, подожди. Дом на Федьковича разбитый, все полностью, забор снесенный, ну, и батареи... Ну, полностью дом разбитый, одним словом. Да. Сейчас мы там, ну, пытаемся ремонт делать, что в наших силах. Пока мама живет у нас. Ну, все. Это когда снаряды прилетели, это 4 да? 4 года я живу, 5 год. 14-м году случилось это. Прямое попадание, да? Ну, не прямое попадание, а соседский дом, там дом на два хозяина. Ага. И упало как между заборами. Угу. Снесло крышу и гараж, на гараже, и на кухне. В общем, ну, то есть непригодно. Двери, окна, заборы снесло. Квартира 3 года стояла без окон, без дверей. Все, краска вся поднялась везде на полах. И обокрали полностью. Все вынесли. А во время обстрела где вы были? Уехали как раз за неделю. Уехали на косу, на Белосарайку. Вовремя вывезли. А так бы... Я за один день уехала. 17-го. Я уехала 19-го в дом попадания. Сегодня мы приехали. 14-го года. И у нас видео спознаён. На балконе это ж. Вот тут, даже вот, у вас попадало. Вот тут осколки торчат, кресло пробило, и в стене еще осколок даже торчит. И точно так же в мужа комнате, там кабинете в его. Это мы 2 окна вставили, он и жалюзи все покореженные. Ну и тут все залилось. Вот тут у нас все залилось, это мы дырку закрыли, все полностью плавало. То есть здесь и вам тоже досталось? Да, ну, досталось тут. Сейчас благодаря одной женщине из Германии, это Илона Грибозер, благодаря ее пожертвованиям, она всегда печется и беспокоится о стариках, которые живут на Донбассе. Вот благодаря это ее... Что вы за организация? Мы не организация, просто люди. Люди, обычные люди. Помогаем от обычных людей, которые живут тут. Спасибо. Сегодня помогли от Германии, завтра. Другие люди, кто с России, кто это. У нас такая дружная компания есть. И люди отзываются всегда и помогают. И вот сегодня благодаря Луне Грибозер из Германии, ее семье, мы приехали, здоровья. Помогли вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Огромное, дорогие друзья. Спасибо, Илоночка. Низкий вам поклон за вашу помощь. Спасибо большое вам.